Повысили прожиточный минимум. Правительство России увеличило этот показатель на 6,7%. Так, теперь в среднем прожиточный минимум трудоспособного населения составляет 8 834 рубля. Пенсионеров – 6 717 рублей, а для детей – 7 920 рублей. По информации Росстата, такое увеличение связано с повышением цен на продовольствие в стране в среднем на 2,7%.